Нужно иметь IQ выше 120, чтобы решить эту задачу про бутылочки за 1,5 минуты. А у нас есть бутылка, и в нее налили воду. И вот высота бутылки 21 сантиметр, а высота столбика воды у нас 12 сантиметров. Потом бутылку перевернули, и оказалось, что высота столбика воды 15 сантиметров. Вопрос, до какого уровня налили воду? Ну вот, чтобы ответить на этот вопрос, давайте посмотрим на вот эту картинку и поймем, что вот тут у нас 9 сантиметров. А вот тут у нас 6 сантиметров. И тогда получается, что на самом деле 9 сантиметров пустоты сверху равно 6 сантиметрам пустоты снизу. Но если посмотреть на эту бутылку, то вот эти 12 сантиметров можно поделить на дважды по 6 сантиметров. И тогда получается вот здесь 6 сантиметров, вот здесь 6 сантиметров, ну и вот здесь такие же 6 сантиметров пустоты. Ну и тогда мы понимаем, что вот у нас фактически вот таких 3 столбика в бутылке, и налили 2 столбика из 3, то есть 2/3 объема бутылки. Вот такая вот прикольная задача.